Доброе утро. Говорит и показывает Москва. Сегодня 5 октября. Ровно 3 часа утра. После продолжительной, немного изнурительной рабочей недели мы вновь с моим любимым Татошей пришли на его любимую площадку питомца в Москве. Здесь тихо. Дождь вчера вечером закончился, ветерком продуло, даже не сильно похолодало. Поэтому прогулка у нас будет комфортной. Фу, Татоша! На меня еще не гавкают, не требуют с меня свою игрушку. А вот дома-то не попили, да? Сейчас, наверное, начнется здесь. Попой, водопой. Или нет? Или до дома дотерпишь? Ну вот, как-то так. Осень до сих пор у нас теплая в Москве. Всем доброго утра, хорошего настроения. Мы, возможно, еще включимся, если к нам заглянет ранняя пташка. А из всех ранних пташек у нас только Челси. И они почему-то с Сатошей начинают дрить, когда папа выключает камеру. Хотят сохранить свои дурацкие отношения в тайне. Да, Татоша? Ну-ка, папа на тебя наедет увеличением. Ну-ка. Резкость смазалась. Ладно, поехали назад. Хватит экспериментов. Все, всем пока.